Борь, а это правда, что у тебя дома на столе рядом с портретом мамы стоит портрет Иосифа Давыдовича? Правда. А сейчас, внимание на экран, ваше совместное видео, которое мы обнаружили. Да? Внимание. Что тебя так тянет танцевать? Мне не понять, тебя мне не понять. Когда в тебя вселился этот бес, и до реми, фа соль ля си, и фа диез. Это правда, что вы первые приехали к Борису в больницу вместе с Нелли? Он мой отец. Ну какое это имеет значение, отец. Первым или последним? Я приехал, это самое главное. Два раза. Потому что я считаю в том, что Борис стал выздоравливать, заслугой больше не то, что я приехал в больницу к нему, а то, что я его отругал очень серьезно, когда он не хотел ехать в больницу, когда он отказывался ехать. И я сказал то, что я не могу произнести в этой уважаемой аудитории. Слава Богу, он вместе с нами. Только что мы ехали к вам на встречу и попытались обогнать машину, за рулем которой сидел Борис Моисеев. Я думаю, это о многом говорит, да, если да. Боря сидит за рулем. Но если Борис признался, что он ваш сын на этой программе, то здесь присутствует ваша невестка и ваш внук. Ну иди сюда, Миш, познакомимся. Привет. Мишанька, привет. Привет. Сколько тебе лет? 4,5. 4,5 года.